Ну, ощущения самые положительные. Во-первых, выиграли, да? Во-вторых, достаточно уверенно, я считаю, хорошо сыграли. Скучали по слову? Ну, конечно, как бы 2 года тут провел, и каждый раз, когда возвращался, чувствовал, что, скажем так, помнят здесь. Сильно что-то изменилось здесь, в раздевалке, в арене вообще в целом? В раздевалке ничего не изменилось, в арене та же. Состав поменялся, конечно. Харти только, по-моему, остался, да? Ну, как с Харти вспоминали былые времена? Ну, вспоминали, конечно, мы общались в любом случае все это время, как бы, хоть и в разных командах играли. Сегодня играли вместе в одной тройке, в принципе, несколько моментов было неплохих, поэтому будем пытаться, наверное, дальше налаживать. Что стало сегодня ключевым залогом победы в матче с Минском? Я считаю, хорошо настроились, вышли сразу повели в счете 2-0 и потом, как бы, можно сказать, контролировали ход, да. Внимательно сзади сыграли, могли еще больше забить. Сегодня было важным отличиться для вас? Ну, важно все время отличиться, поэтому как бы тут такой момент, то что, опять же, главное, что победили, а первая игра, в принципе, думаю, было неплохо. Голы, пасы, надеюсь, пройдут.